Друзья, всем привет! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Days Gone. И мы заехали в лужу. Короче, в прошлой части мы с тобой в воспоминания окунулись Дикона. Ну а сейчас мы с тобой валим... Он видел опять вертолет. И мы туда как раз к этой точке и валим. В прошлый раз у нас с тобой... Бля, почему ты врезаешься все время? Не получилось быстро туда проехать, я решил посмотреть, что это находится у нас здесь за зданица. Оказалась бесполезная херня. Так что поехали. Поехали. У меня, правда, есть идея. Мы можем с тобой заскочить в засадный лагерь. Он здесь у нас с тобой недалеко, кстати. Вот он. Я думаю, что так мы с тобой и поступим. По дороге-то почему нет? Тихо. А вот он уже. Вот и засадный лагерь. Ну что, пошли на разведку. Да присядь ты, ёпта. Заметят же. Так. Странный лагерь. Кстати, это ворота, между прочим. Само собой. Как бы нам туда пробраться-то? Фига он пуляет во все стороны. Ты знаешь... Бля, тихо. Чё-то я не вижу. Вход закрыт. Предлагаю как-нибудь обойти это говнище. Самое главное не нарваться ни на каких всяких упырей, волков, оленей и тому подобное. Я думаю, что с горы будет более видно, кто там в лагере живет. Сейчас все проверим. А лагерь-то нехилый, я тебе хочу сказать. О, отсюда можно, кстати, пропалить вон того чувака. Вот, еще один. Стой. Вон он. Вот еще один. Обалдеть, а сколько же вас здесь? Ладно, в принципе, мне не важно, сколько вас здесь. Грохну я вас всех. Ты знаешь, дождик даже может быть нам полезен. Так, это что такое? А, это, ёпта, это проход. Фига они здесь понавешали. Смотри, сколько трупаков. Притом это зараженные. Без руки, без ноги. Обалдеть. Сборище убийц. Нужно перебить всех до последнего. Бля, иди нахер, сука. Ну какого хера? Фух, это было совсем неожиданно на самом деле. Так, а вот и ворота, друзья. О! А что-то он заволновался. Где? Вот. Прощай, сволочь. Сколько? Минус. Их здесь 15 человек. Обалдеть. Так, ну что, мы его грохнем? Вон там кто-то еще ходит. А, вон еще один. Ёпта. Тихо. Мне кажется, ли я кого-то видел? Да, прикинь, там я видел его. Окей, потихонечку. Угу. Арбалетный болт бы забрать вот у этого утырка. Если, конечно, это возможно. В того я попаду, но не сейчас. Секунду.
Вот в кого я попаду точно. Тихо. Фух. Напряженно. О, мани. На кармане. Это кто? Какой-то чувак. Ну чё, чел, ты попрощался? Со своей жизнью. Так, сколько у меня болтов осталось? Еще 4 болта. Тихо. Любите бить в спину, да? А когда вас бьют, нравится? Не понял, кто-то меня выпас, что ли? Да нет, вроде бы. А, вон чувак, короче, ходит. Тихо. Ты знаешь, вроде как бы он услышал меня, но я не вижу, чтобы они вообще что-то делали. Идет сюда чел. Один копается в говне. Делает вид, что в машине, на самом деле, смотри, копается в говне. Так. Мы с тобой потихонечку пойдем. Мы ж с тобой не идиоты. А, вон тот чел, короче, просекает всех, я понял. Откуда бы лучше бы убить? Что-то движется. Смерть твоя. Блин, а здесь их еще 7 человек, да? Пошли. Ты понимаешь, будет обидно, если я промахнусь. Очень будет обидно. Я не думаю, что я промахнусь. Есть контакт. Так. За огнем остался один. По крайней мере, только я так вижу. Ништяк. Почему они мне болты не возвращают, сволочи? Они должны мне болты. О, вон еще один. Так. Здесь вроде никого нет. А болты 0, арбалетные. Пришлось пятачок еще создать. Так. Сколько еще? Я что-то просмотрел. А, еще 5 человек. Опа! Сколько вас тут? Да не пиздец, важно. Я сам в шоке, сколько всех здесь. Завалю. Конечно, всех завалим. Только где еще? А, вон ходит. Вон еще один чувачок ходит. Чувачок. Готов. Еще 4. Еще 4. Ну, пойдем через низ, наверное. Только надо внимательно смотреть, потому что здесь же могут быть ловушки еще вдобавок. Сука, ну где вы прячетесь? У тырки. Четыре человека, ты знаешь, это не так уж и мало. Ну, не так уж и много, конечно. Там нет никого. Здесь нет никого. Что-то я понять не могу, где они могут быть все. В
здание. О, еще один. Не останется трое. Иди, иди погуляй. Отлично. Почему-то показывает справа кто-то. Где-то здесь, да? А, вон он. Еще два человека. Ну и замечательно просто. Так, здесь вроде никого нет. А возьму? О, один единственный болт вернулся, нормально. Из стольких болтов вернулся один. Вот здесь где-то. Вон он. Одна гнида осталась. Да, один чел остался. Еще один болт вернули. Да вы че? Это прям праздник какой-то. Так, цветочки я соберу. Спокуха. Здесь труп должен быть. А, это снайпер, которого я грохнул. Так, а что, у меня вообще есть болты-то? Один болт я же собирал только что. Ладно, давай еще создадим. Ничего. Ничего страшного, у меня лома-то полно здесь. Так, вот здесь лом точно есть. Где же это утырок-то, а? О, масляный фильтр. Пригодится. Масляный фильтр пригодится. О, точно, он здесь где-то. Может, на крыше? Не, значит, это сучонок внутри. Что-то не вижу. Вот он. Это был. На! Кто? Все, никто. Ну что, фух. Нравится, когда на вас нападают из-под тишка, а? Ублюдки долбаные. Мы с тобой зачистили лагерь. А нет ли у них тут бункера? Бункер. Теперь нужно найти бункер, как в том лагере, который мы с тобой зачищали у каскадов. Но прежде чем я заберу бункер, я здесь все осмотрю. Что это такое? Открытка, что ли? А польза горячих источников курорта Беркрик. Я думаю, что это пиздец как полезно. А, вот же, твари. Там еще одного я не обобрал. Может, с него тоже болт вылезет сейчас? Из жопы прям болт вылезет. А, все, еще болт собрал, да, действительно. Ты представляешь, какая сегодня какая фартовая сегодня вещь. Везде есть болты. Сначала они не проявляются, потом проявляются. Так. Лома максималка. А максималка лома установим, наверное, сразу глушак. Арбалетные болты. Давай пепельный создадим болт. Что еще можно создать? Аптечка не, так это не, это 100%. Все. Все, в принципе, в порядке. А, осталось только... Зачем ты выбрал, блин, фугас? Он тебе нахер сейчас не нужен. Фугас это против вот той орды, которую мы с тобой видели. Засадный лагерь. Где же у них бункер-то? Давай по краю прям пойдем и все посмотрим. Но здесь выход, походу. Ну да. Да. Ну, давай вот так вот начнем отсюда и пойдем. Так, чуть лежит. Что это здесь лежит? Не, это бесполезная вещь какая-то. А Беркрик, источники горячие. Пойдем по левому, будем искать. Будем искать всякие луты и, естественно, входы, выходы. Бункер. Да, вот он. В смысле? А! Нихера себе! Какой ты молодец, Дикон. Я бы его вообще нахер не заметил. Прошел бы, если ты не сказал. Я наверх смотрел.
Что в бункере, интересно, у нас здесь есть? В прошлый раз в бункере мы какую-то херь нашли, да? Что-то я не вижу здесь ничего. А, вон какая-то фигота. Фигня какая-то лежит. А вот это мне пригодится. А что это? Карта с пометками. А задание выполнено. Засадный лагерь Авбер-Крик. 1500 опыта. Hot Springs. Блин, ну когда же повысится доверие-то? Охотник на засаду 14%. Окей, окей. Стимулирующая микстура, новый рецепт. Вот что добавилось. Да, неплохо. Им-то она уже ни к чему. Стимуляция. Понятно. Так, шкафчик, уявчик. Так, ну в принципе здесь, наверное, все. Хотя нет, вон что-то лежит еще. А, это койка поспать. Не-не-не-не-не-не. Какой нахер спать? У нас еще дело с тобой до жопы. Спать мы сегодня не будем. А в принципе день 700 метров ехать. Так что я думаю, мы с тобой сейчас пробежимся до мотока. И все-таки доедем наконец-таки до места, которое нам нужно. Где мы должны встретить вертолет Неро. Снова. Так, дай-ка я аптечку на всякий случай сожру. Не нравится мне, когда я без аптечки. Так, эту хероту, я так понимаю, нужно отодвинуть. А куда я дел мотак? В такой жопе я его оставил. Он чел повешенный. Ладно, в принципе, пофиг. О, гасолин. Гасолин, гасолин, гасолин. Тикс. Забрали. Это мы с тобой сделаем сейчас коктейль Молотова. Да не фугас, ну ёпта. Три коктейля Молотова. Вот теперь все замечательно. Так, здесь дерево не выросло за ночь? Нет, не выросло ни хера. Все, погнали отсюда. О, олень. Волк, олень. На дороге. Кыш. Но теперь-то не грозит попасть под машину. Какие-то утырки видел. Еще дома какие-то. Ладно, пофигу. А, мы здесь с тобой, по-моему, были. Это там, где мы с тобой гнезда зачищали. Мне так кажется. Да, точно, здесь еще статуя. Точняк. И это мне уже знакомо. 160 метров. Что, может, подзаправимся? Я знаю, что здесь есть бензак. И бутылка. Бутылку сейчас заберу, подожди. Да, слушай, как вовремя. Так. Гасолин-то. Гасолин прям вовремя. Сука, хорошо. Где ты? Притих, да? Упал! Наконец-то! Пидорас. Они меня, короче, выслеживали. Сейчас, сейчас, сейчас отберу. На! Утырки. Я думал, это эти говноеды. Оказалось, нет. Это еще одни говноеды. Ничего, сейчас я все соберу здесь и поедем. А, надо же разогнаться. Здесь этот трамплин. Бля. Пам-парам-па-пам-па-пам. Сейчас разгонюсь. Да что такое сегодня? Тихо. Сейчас прибавим газу. И вау! Твою мать! Ну не получилось. Надо было больше разгоняться, я понимаю. Давай отремонтируем. Подними. Хотя, может, потом отремонтируем. Нет, потом, может быть, времени быть. Секунду. А, подожди, он что-то в воде стоит, и у него убавляется сила.
Смотри, нифига себе он задымился. Обалдеть. Ничего ужасного. Да, конечно, блядь, ничего ужасного. Наебнулись с такой высоты. Нормально. Нормально, я тоже так считаю. Минус 7 лома. Ну и ладно. А здесь можно как-нибудь переехать эту речку-то гребаную? Лишь бы мотак не утопить. Ладно, остальные сожгу потом, когда вернусь. Кого ты сожжешь? Мы же здесь вроде все зачищали. Что за бред? А, вот и вертолет Нера. Что? Ты опять туда ездишь? Я же говорил, что не надо. Слушай, не начинай, а? Я просто охочусь на фриков, понимаешь, Бухарь? Только ради наград я туда и таскаюсь. Хм, ради награды. О, клыкачи! Черт! Бля! Я ж тебе говорил, он прицелился. Обалдеть. Сука! Еще какие-то волки. Как хорошо, что я умею прицеливаться. О-ху-ху-ху! Вот это да! Спокуха. Фух. Напряженная прям гонка. Да идите нахер. Так, уйди с дороги. Погоди. Они замедляются. Видимо, будут садиться. Ну да, походу. Ёпта! Вот утырки! Они меня чуть не убили. Живой? Дырок нету в жопе лишних. Погнали дальше. Да чуть не вот убили. Суки. Что там такое? Ты цел? Не-не-не, я не ранен. По-моему, это предупредительный. Если бы не целились в меня, я был бы уже мертв. Дик, я давно говорю, ты на тот свет хочешь. Да ладно, не бойся за меня. Отбой! Твою ж мать, куда они меня завели? Здесь одни утырки везде. Ай, еще как действует, иначе он тебе уже башку бы отгрыз. Давай, Дух, скорее! Беспокойся, ты уже твореныш! Они идут! Еще минуту. Какого хера? Ну что, уходим? Валим! Быстро! Назад! Все назад! Короче, они эксперименты проводят на них. Ой, бля! Фух. Обалдеть. Ну-ка, посмотрим, что тут после вас осталось. Так, эти свалили вроде. А, вон что-то блестит, вижу. Вижу. Так, а у меня манок есть? Есть. Какой петух нахер здесь? Откуда петухи здесь? Что, попытаемся их сжечь всех вместе? Сейчас я швырну манок. Массовое убийство. Круто. Да. Массовое убийство, друзья. Мы совершили это. Наконец-то у меня это получилось.
Ты знаешь, я сколько раз пытался, не получалось. А в этот раз манок сработал. А я не могу его забрать опять, манок? А че? Рация! Сука! Мразь! Я ну-ка отдай, мелкий говнюк! Гаденыш, это мое! Тихо! Фух. Наконец-то! Господи, вот прыткие мерзавцы! Пиздец! Ну, так что они делают? Я, короче, сам не понял. Походу, фриков пасут. Они держали шакала в аркане, как будто хотели прикрепить к нему трекер, что ли. Чего? В каком смысле пасут? Ну, типа, изучают. Выпасают. Ловят образцы какие-то, берут и выпускают. Типа, как биологи на Discovery. К ним фрики подвалили, эти сразу свалили. Снарягу оставили, рацию. Стой, ты же не думаешь, что Сара... Нет, не, я не знаю. Я просто... И он жив, Бухарь, жив. О'Брайен, один из них, из Неро. Я просто их выслежу. Ну, постараюсь, я хочу добиться ответов. Черт. Ладно. Я скоро уже смогу ездить. Я помогу тебе. Если этот гад жив, мы его найдем. Это хорошо, если достанет. Ты мне поможешь. Еще поговорим потом, конец связи. Ну, О'Брайен. Так, тихо. И где же ты? Вот, тряпка. Так, в принципе, мне здесь больше ничего не нужно. Сука, перепугала меня эта тварь мелкая. Там тоже вроде ничего нет интересного. Так, возвращаемся к мутаку. Вернуться к байку, да. Что-то он опять поплыл, по-моему. О, опять воспоминания, я же тебе говорю, поплыл, короче. Давай посмотрим. Привет. Здрасте. Я тут заблудился, может, вы подскажете? Ты тут заблудился? Да, я ищу Old Bell на провод, но тут что-то ни одного указателя. Слушай, ты что, издеваешься? Нет. Что? В чем дело? Что? Да ты вся в говне. Круто. Ну просто зашибись. Ну зашибись. Просто класс. Так что, подскажете? Что? Извини, понятия не имею, где этот Белнук, Белнак или как его Белнап. Там. Белнап, да, вот это. Я не знаю, что это и где, ничем не могу помочь. Значит, нет. Нет. А, ну, хорошего дня. Красавчик. Вот ведь. Можешь тебя подвезти? Да, будь добр. Рада, что ты наконец догадался. Я Сара. Я Дикон. Оу, пардон, неловко вышло. Всего еще испачкала. Как мне сесть на эту хреновину? Ну, это должно быть очевидно. Просто... Перекинь ногу. Ладно. Сейчас. Села. Эй! Держись крепче. Большое тебе спасибо. Нет проблем. Просто оказалась в отрыве от цивилизации. Да ладно, есть тут цивилизация. Вот рядом Крейзи Уиллис, а еще... Ну, я в смысле, что сеть не ловит. Я так и понял. А, ясно. Ну, ладно. И что такая красивая девушка забыла в таком месте? Знаешь, сама задаюсь этим вопросом. Я провожу исследования, ну, изучаю всякое... Спасибо, а то я не знал, что такое исследование. Извини, я изучаю растения. Изучаешь растения? Да. И все? Поговорили? Может, дальше поговорите?
О, Господи. Ты жива там? Да, жива. Да, нам повезло. Эй, точно все нормально? Да, все нормально, просто... Господи. Эй, да тут и сеть. Привет. Да, все в порядке, но это твоя машина, это реально корыто. Эвакуатор нужен. И она... Я не знаю, где-то... Я не знаю, трасса где. 42. Трасса 42. Да, около мили проехала. Ну ладно, до скорого. Мы поехали назад к машине и будем ждать эвакуатор. Я не знаю. Ну ладно, не вопрос. Когда те парни вернутся, они будут рады тебя подвезти. Так, хорошо. Ладно, только дай дышаться. А что ты запыхалась-то? Они вернутся в любой ладно, момент. Ладно, ладно, все, поехали. Только на этот раз поосторожнее. Ты же на самом деле не заблудился, да? Это как посмотреть. Вот бывшая моя тебе скажет, что я давно заблудший. Ну, тут ты явно все дороги знаешь. А ты, значит, не местная? Нет, я из Сиэтла. Компания, в которой я работаю, открыла тут лабораторию, и вот я переехала в это захолустье. Чтобы изучать растения. Точно. Ну да, я ведь уже сказала. В общем, наша компания проводит исследования для одной биомедицинской фирмы. И некоторые из растений, с которыми я работаю, довольно редкие. И они растут здесь. Ничего приятнее я в жизни не слышал. Растения. Так, по-моему, там возле машины эвакуатор. А, это те типы. Клин, у нас тут гости. Черт. Какой-то петух толстозадый. На, на, на. Вау. Бля, они меня бьют. Дай хоть одному утырку дам еще. Я, понимаешь, прыгать не могу. Да я сейчас все жирный. Ах ты, сучка. Фух, какие вы крепкие ребята. Ну что, поймали. У нас я большой злой байкер. Я шиму еще раз. Ну что, я брат, нравится? Давай сломи ему. Уже не такой сломи. Крутой, да? Ты, я смотрю, намеков не понимаешь. О, неплохо. Бля, дай им по башке какой-нибудь палкой. О, ствол хорошо. Что, нравится? Ну нахер валим отсюда. Обосрались? Жердяи. О, Господи. Ой, мамочки. Не-не-не-не. Мамочки. Эй. Извини, пожалуйста, я не знала. Я просто глянула в твою сумку. Да все нормально. Увидела и подумала, я же могла кого-нибудь убить. Ну, Господи. Для этого тебе пришлось бы как минимум прицелиться. Я никогда ничего такого не делала. Все в порядке, они уже свалили. Я увидела это в твоей сумке. Ты молодец. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы сядем здесь и будем ждать твоего парня. Ладно. Спасибо. Я никогда такого не делала. Да? А так не скажешь. Правда? Да, постоянно мучают его воспоминания. Понятно, понятно. А так ведь мог фрик сожрать какой-нибудь, пока ты думал, чел. А, смотри, мотоката нет. Не прорисовался. Обалдеть. А, такая красивая девушка. 100% закончена. Я помню. Новый навык. Окей. Что у нас с тобой здесь есть? А мы, кстати, недалеко. Мы вообще недалеко. Мы вообще от Коупленда недалеко. А, от блокпоста Нера недалеко. Здесь мы с тобой разобрались со всеми. Ага. Итак, друзья.
Я предлагаю на этом на сегодня... Чё? Лагерь Hot Springs. Тихо. Вы слышите? Мне нужны подробности насчет девчонки в Мэрион Форкс. Дикон, я тебе рассказала все, что знаю. Молодая девушка. Погоди. Ларсон видел ее у Хангри Джеймс. Это блинная у Восточного моста. Ну да, блины и лесорубы. Знаю такую. Ладно, начну оттуда. Давай. Ты, главное, доставь девчонку ко мне. Нам тут на днях одни намады кое-какие пушки доставили. Может, тебе что-то пригодится. Ну, тоже неплохо. Буду иметь в виду. Конец связи. Значит, здесь небезопасно. Появилось новое задание. Ух, ёпта, оно в такой жопе. Я могу сюда быстренько переместиться. На блокпост Нера, а потом сюда вернуться. Ну, в принципе, да. Друзья, я предлагаю на сегодня на этом закончить. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока. У тебя рация включена?